Беда пришла в город Шиншилянск. А ну пошел отсюда, а то сейчас голову откушу. Ха-ха-ха, я мэр по закону. Ну-ка иди в свою больницу и хвост прижми, пока я тебе его не откусила. Мама, мама, я боюсь. Лиса нас всех съест. Мам, мама, и я боюсь. Придумай что-нибудь, а то мы все пропадем. Лиса такая хитрая и злая. Нам даже доктор Чинча не может помочь. Вы должны что-нибудь придумать. Доктор Чинча, придумайте что-нибудь. А то мы все пропадем. Я знаю, что делать. Нужно идти к лесной фее. Она точно нам поможет. Но как ее найти? Ее уже так давно никто не видел. Пусть идет Бежи, он точно справится. И обязательно найдет ее. Я сейчас же отправляюсь ее искать. Я побежал. Мы будем ждать тебя. А вот и лесная фея! Брита, Брита! Что случилось, Бежик? Беда к нам пришла. У нас лиса в городе стала мэром. И теперь всем стало так плохо. Выгони ее, пожалуйста. Знаю, знаю про вашу беду. Вы были слишком доверчивы. А теперь я даже не знаю, чем помочь. Ведь вы сами эту лису выбрали. Силой вас не заставляли. А теперь она мэр по закону. Я не могу ее выгнать. А что же нам делать? Она же даже может наших малышей поесть. Только сами вы ее можете выгнать. Но как? Мы же мягкие и пушистые. И драться не умеем. А лиса вон какая. Зубастая и когтястая. Иди домой, а я подумаю, как помочь. Ура! Лесная фея пришла! Брита, ты сможешь нам помочь? Ты что-нибудь придумала? Да, я смогу вам помочь, но только если вы сами на этот способ согласитесь. Рассказывай! Так как мэра вы выбрали по закону сами, то и выгнать вы его сможете только сами. Но как? Разве мы сможем справиться с лисой? Сможете, если вместо мягких шубок у вас будут острые колючки. Тогда вы с ней справитесь. Но нам так нравятся наши красивые пушистые шубки. Неужели нет другого способа? Нет. Если вы останетесь со своими мягкими шубками, то лиса навсегда останется в вашем городе и будет всегда делать то, что она хочет. Ну раз так, мы согласны. С помощью волшебного заклинания я превращу вас в ежика. Вот только мне нужны иголки. Где же их взять? Я пойду за помощью к елкам. Думаю, они помогут мне. Ждите меня. Елочки, елочки милые, нужна ваша помощь. Что случилось, Брита? Мы твои должники. Мы помним, как ты нас спасла от браконьеров. Мы рады будем тебе помочь. Шиншиллы в страшной опасности. Вы должны дать мне свои иголки. Тогда я смогу превратить их в ежиков, и они смогут защитить себя. Хорошо. Брита. Мы выберем самых достойных из нас. И они отдадут тебе свои иголки. Приготовьтесь, сейчас я скажу волшебные слова, и вы превратитесь в ёжиков. Лес, огонь, вода, превратись, шиншилла, в ежа. Давай на прощение поцелуемся, ведь мы больше никогда не увидим друг друга в таком виде. Лес, огонь, вода, обратись, шиншилла, в ежа. А теперь
Давайте же выгоним эту гадкую лису. Давайте, бежим, прогоним ее. А ну, лиса, выметайся из нашего города! Ой, 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 откуда здесь ежики? Что это? Ой, что вы делаете? Не трожьте меня! Ой, какие вы колючие! Ой, ой, больно! А, ой, ой! Помогите! Хулиганы зрения лишают! Ну вот, мы избавились от этой злыдни. А давайте наш город переименуем в Ёженцу. Маленький ёжик, четвероножек, ёжик по лесу идёт, на спине лису несёт. Самый сильный я в лесу, победил саму лису. А здорово мы её напугали. А мне уже нравится наша новая шубка. И мне нравится. Да не такая же она и некрасивая. Наоборот, очень даже милая. Ежами быть очень даже здорово. Спасибо тебе, Брита. Ты выручила нас. А ежиками быть так же хорошо, как и шиншиллами. С тех пор шиншиллы в нашем лесу больше не живут. Поэтому если встретите ежика на маленьком автомобильчике, не удивляйтесь. Это наши бывшие шиншиллы. Но редко в заповедные дни ежики превращаются обратно в шиншилл. Может быть, и вы когда-нибудь встречали их. Теперь мамы переносят в детский сад маленьких ежичков. А некоторые елочки с тех пор каждый год иголки сбрасывали. Так появились лиственницы. Понравилась сказка? Напишите в комментариях. Всем удачи и пока!